Какова индикация, что моя просьба до товарища принята? Это проблема, потому что, может быть, я неверно вижу, я неправильно считываю картину. Может быть, я попросил у Творца, чтобы у товарища перестала болеть голова, а он вместо этого, у него, вдобавок к этому, у него нога заболела. Так я на него смотрю. Может, я ему сказал, может, не сказал, что я молюсь, чтобы он меня не поколотил, если он узнает. Что? Это значит, что я хотел помочь? Что вообще происходит? Я не понимаю результатов. Я не понимаю, что и почему. Я должен выполнить свою часть во всей этой истории. А его часть, часть Творца, пусть он делает сам. То есть я не могу знать в ответ, каков ответ. Я этого не могу знать. Поскольку я не знаю, что, каков результат каждого из действий. Я не знаком с системой. Конечные действия в начальном замысле. Этого я не знаю. Я попросил блага для него. Может быть, оно не ощущается, может, ощущается, но не очень-то. Ну, все-таки немного позитивно. А может, вообще ощущается как зло, этого я не знаю. Может быть, за счет этого зла раскроется скоро, что у него другая проблема, еще более худшая. А это зло пока что на что-то указало, потому что иначе он бы не знал. Я не знаю. Я только должен знать, что я свою часть выполнил. И поэтому мы обязаны все время быть в постоянной связи друг с другом.